Не упустить талант и вовремя начать его развивать. На поиск способных девятиклассников приемная комиссия школы Олега Табакова прибыла во главе с Владимиром Машковым. Несколько дней около сотни школьников со всего Дальнего Востока. Отборочные туры во Владивостоке на обучение в актерском колледже проходили впервые. Хотелось бы каких-то отношений неодноразовых. В нашей школе набор идет раз в два года, но готовиться к этому нужно рано. И вообще раннее образование театральное, мне кажется, очень важно. Это была замечательная идея Олега Павловича. Чем раньше молодой человек почувствует успех, тем лучше. Полный пансион, возможность абсолютного погружения в насыщенный, строго организованный и вместе с тем невероятно увлекательный творческий процесс. Обучение в колледже длится 3 года и 8 месяцев. Олег Табаков отмечал, особенность его школы в том, что педагоги сами колесят по стране в поисках юных талантов. Главная задача преподавателей, по словам Владимира Машкова, выпустить конкурентоспособных артистов. Многое, конечно, здесь зависит от нас, но основа – это обучение, возможность личностного роста и творческой воли, желание обучаться. В этой профессии нет конечной точки. Вот я выучился. И я вам так скажу, после обучения и начинается настоящая эта подготовка. В колледже Табакерки действует система мастер-классов. В течение нескольких часов с учениками работают ведущие мастера сцены. Так уже 3 большие репетиции с будущими артистами провела Галина Волчек. С приходом на должность художественного руководителя театра и школы Олега Табакова Владимир Машков ввел дополнительные предметы. Такие вещи, как, например, академическое преподавание амбидекстрии, работа с межполушарными связями. Например, такой предмет, как микромагия и престидижитация, проще говоря, манипуляция, фокусы. Что это? Делать из драматических артистов фокусников? Ну, может быть, но это не совсем так, поскольку корень этого искусства состоит в том, что человек в состоянии осознанно и технично управлять как своим вниманием, так и вниманием тех людей, которые находятся с ним в игровом пространстве и в зрительном зале. На отборочных турах девятиклассники читают наизусть стихотворение, отрывок из прозы, несколько вариантов басни, а еще исполняют песню и показывают пластический этюд. Произведения абитуриенты выбирают самостоятельно. На следующий этап – вступительные экзамены в колледж Табакерки – в Москву отправятся 5 школьников из разных городов Дальнего Востока. Приемная комиссия школы Олега Табакова уже побывала и в Новокузнецке. Впереди поиск юных талантов в Краснодаре, Саратове и Калининграде. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.